Всем привет, ребят. По просьбам трудящихся. Показываю продолжение про наш чудо-бокс и про наши кошмарные эксперименты. Давай достанем, потому что так не видно. Камера не фокусируется. Видно только вот всяких вот таких вот неудачников, которые за легкой наживой выползли во внешнюю среду и думают, что они там спасутся. И думают, что у них есть шанс на выживание. Ну, может, хочет стать свободным просто и счастливым. А вот эти ребята хотят жить в системе. Понимаете, они хотят построить коммунизм, видимо, общими усилиями. И я так думаю, что им это удастся в некотором роде. Да, у них все получается. Смотрите, как здорово. Они тут... Вот я даже не знаю, как вам вот это вот... Свежая вот эта вот херня вся, извините за выражение, просто как-то вот непривычно до сих пор. Видели? Всего три мухи осталось. Это вот они, три мухи, вот нам и выложили все это хозяйство. Вот тут покрупнее есть Василий, вроде как его зовут, если мне память не изменяет. А вот эти ребята, я их еще не знаю, они совсем маленькие, мы с ними еще не общались. В общем, вот такие вот дела. Все тут у нас шуршат. А представляете, если бы у нас те мухи не сдохли, а все сразу бы отложили. Я даже не знаю, что это было бы. А здесь всего, на самом деле, три живых было. Вот две точно было, но, скорее всего, три. Потому что я так считал, вроде три было. И вот от трех мух такой здесь у нас цыганский табор получился. Вот. Да, закрываю вот так. А сейчас посмотрим, что у нас там внизу. Мы здесь все решили немножечко улучшить, дополнить, скажем так. О, да, детка. Я вот, что называется. Здесь у нас такой апофеоз уже творится, ё-моё. Кошмар, короче. Рыбы не осталось, прикинь. Ух, смотри, что действительно рыбы вообще не осталось. Они такие соленые сожрали. Интересно, девки пляшут. А что это ты чеснок в сетке им оставил? Они же там сдохнут все. Нет. Посмотрим, что будет. А, то есть ты как бы это, хочешь поймать опарыша на живца, что ли? Слушай, они там сдохнут реально. Давай берем чеснок этот оттуда. Да они залезут, да и сдохнут. Не сдохнут. Да залезут. Посмотрим, что будет. Да давай берем. Нет, я хочу посмотреть. Давай, блин. Не сдохнут. Да давай. Не, я думаю, реально сдохнут. Давай ты просто вот так вот сделаем, разломаем сейчас. Да. Как-нибудь, я не знаю, пакет надо раздербанить и туда. Потому что чеснок, он все-таки как бы, ну, гриппом они не заболеют. Да, вообще, ладно, действительно, пофигу. Господи, как быстро ползет. Да? Что, Хусейн Болт? Смотри, действительно быстрый какой. Ух, ничего себе, тут, смотрите, дождик уже накапал. Мы вот только что их сгребли всех, а они вот уже опять на полу. Кошмар какой. Ой, ребят, все, мы больше не можем. Честно. Давайте, все, всем удачи. Всем приятного аппетита. Пока.